Всем привет! Сегодня 13 апреля 2019 года, Харьков. Это у нас мейер. Бирка упала, я подниму потом. Посмотрите, как цветет. И будем заниматься обрезкой такого вот растения. Это общим планом. Видите, тут у него заросли. Все вот это придется удалять. Оставить на такое растение, ну, 4-5 плодиков. А вот эти такие вот лишние бутоны надо будет резать. Вот я начинаю отсюда. Видите, и пошел процесс. Здесь можем оставить одну ягоду, а это зачем нам? Лишнее придется все удалить. Здесь вот веток, смотрите, куча целая. Мичурин не секатором даже работал. Он вот так пальцами работал. Раз. Лишнее, то, что лезет вовнутрь, в середину, вот так вот можно просто удалять. Вот. Такие вот ветки. Конечно, это силы затрачено. Надо было раньше, но я хочу просто показать, сколько приходится удалять. И здесь вот видите, на ветке перекрещивается. Удалим. Оставим одну веточку. Так. Вот это вот прет ее, несет куда-то. Значит, то же самое. Обрежем. А лучше вот так вот ногтями. Раз и удалили. Так. Здесь бутонов куча. Можем оставить плодик здесь вверху, на этой толстой ветке. Почему? Потому что тут будет сгибаться. А эти все вот так вот можно общипать. И этот здоровый. Нельзя давать такую сильную нагрузку. Как и яблони, как и груши, они будут цвести постоянно, поэтому удалять надо будет цветы. Вот, видите, молоденькая. Ну, хорошо так от бутона. Да. Можете оставить, конечно. Для цветения, для запаха. Так. И здесь вот такая вот грудь. Ну, кому она надо? Все равно всех не выкормишь. Поэтому большую грусть можно удалить. Ножничками удобно двумя руками работать. А когда одной рукой, то такие мелкие можно поудалять. Оставить более крупные. Пускай раскроется. Завяжется ягода. Проволоку можно сейчас убрать, она не нужна. О. И тут, ну, многовато. В середине здесь вот буквально все усыпано. Ну, может, здесь одну я ставлю. Завяз. И здесь, видите, уже бутон раскрылся, запах идет в помещении. Да и так, когда касаешься листочков. Ну, как-то так мейер мы привели в чувство. Это молодая ветка. И здесь вот внизу надо почистить. А такие сухие можно хорошо секатором или ножом острым, прививочным, почистить. Вот пускай еще, когда цветет, растение надо поливать, чтобы земля, вот эта, земляной ком не пересушивать. Поэтому можете хоть даже через день поливать. Влага быстро уходит,
А для хорошего цветения, конечно, надо такой порядок наводить постоянно. Молодые такие вот можно и ножничками срезать. Здесь вот. Спасибо, что зашли, посмотрели, отметили. И до новых встреч. Здесь хорошо будет плода, плод висеть. Пока.